Сегодня в городе атомщиков прошло внеочередное заседание городской думы. На повестке дня значился единственный вопрос – избрание главы Димитровграда. В заседании приняли участие 29 из 30 депутатов, которые заслушали представление 6 кандидатов и их дальнейшие планы по развитию города. На каждую речь спикера отводилось не больше 5 минут и столько же времени на вопросы от депутатов. Стратегия социально-экономического развития города, главный вектор развития города в долгосрочной перспективе – необходимо создать условия и возможности для повышения конкурентоспособности территории, создавать условия для интеграции разноправных инициатив в субъекты социально-экономической системы для достижения баланса общественных интересов. Согласно протоколу, были выбраны члены счетной комиссии. В нее вошли представители всех фракций, чтобы все дальнейшие действия были максимально честны и прозрачны. После выдачи бюллетеней прошло тайное голосование и объявлен перерыв для подсчета голосов. Я поддержал Павленко Богдан Сергеевич. А почему? Почему я его поддержал? Потому что человек, на мой взгляд, обладает действительно тем опытом, который позволит ему вывести Димитровград из кризиса. То есть до этого занимал типовую должность в роли мэра, поэтому я поддержал его. В итоге большинством голосов на пост главы города Димитровграда был назначен Богдан Павленко. Из 20 присутствующих депутатов 26 выбрали городоначальником бывшего заместителя главы республики Хакасия. Я, Павленко Богдан Сергеевич, вступая в должность главы города Димитровграда, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности во благо димитровградцев. Глава города получил из рук председателя Гордумы Александра Ерышева символ власти и ответственности – нагрудный знак. Одним из первых поздравил новоиспеченного главу Димитровграда губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время телефонного разговора. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.